Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, делюсь с вами информацией. Сегодня у меня новинка, новый проект RoboTrade. Значит, здесь мы будем собирать сатошики. Регистрация: имя, логин, пароль, пин-код, почта электронная. На почту мне ничего не пришло, никакого письма. Вход по логину и паролю. Я же уже зарегистрирована. И зайду в кабинет. Вот так вот он выглядит. Значит, выглядит вот так вот изнутри у нас. Значит, здесь что? Обучающие курсы. Здесь вот смотрите, флажок. Можно поставить язык. Давайте поставим русский. Значит, здесь можно начинать без вложений. Нам одного робота дают в подарок. Значит, сразу на главной страничке у нас вот здесь находится наша партнерская ссылочка. Можно вот так ее копировать. Партнерочка 7%. Значит, что? Шаг первый. Арендуйте понравившегося робота. Далее собирать прибыль. Вот здесь кнопочку. Далее выводите заработанные биткоины на свой кошелек. И шаг четвертый. Покупайте больше роботов и, естественно, больше зарабатывать. Ну и приглашать друзей, получайте пассивный доход. Как я сказала, можно без вложений. Я еще ничего здесь не делала, я только что зарегистрировалась. Так, здесь у нас вкладочка «Купить робота». Нажимаем вкладочку «Купить робота». Я сюда закинула 50 рублей. И по поводу выплаты, я еще ничего не покупала, заглушек здесь нет. Я проверила, как бы нажала на Payeer, заглушек на вывод нет. Минимальный вывод 2683 сатоши. Ну, не сильно и много. Значит, нажимаю «Купить робота». Вот этот RoboFree нам дается в подарок на 365 дней. Вот он. Стоимость по нулям. Арендую. Арендовала. И он нам будет приносить прибыль 50 сатошек в день. Нужно заходить раз в день и собирать прибыль. Потому что больше этой суммы здесь не накапает. Если накапает минималка 50 сатошек, ну, она будет стоять на месте, как бы. Больше ничего не будет. И так как я закинула сюда 50 рублей, вот стоимость 10 тысяч, вот у меня 11, так как тут плюс процент дают на пополнение, я арендую себе еще робота. Это по желанию. Как я сказала, вот дается без вложений вот этот робот. И у меня вот 50 и еще 80 сатошиков я буду собирать. Ну и дальше тут уже идет 50 тысяч. Это все можно подогнать по... Так, пополнить. Подогнать. По сатошикам. Вот я нажимала Payeer. Так, ну я вот рубли, например, да. И вот что я сделала. Ой. Вот здесь получите, вот я вводила сумму, да, вот, например, 50 рублей, да, я пополняла 50. И вот здесь выпадает сумма, сколько я получу в сатошиках. Ну, вот 10 тысяч, ну, плюс вот еще 5%, у меня 1000 осталось. Вот. Так, здесь у нас обменник. Можно в данном разделе обменять свои биткоины со счета на для вывода на счет для покупок. Здесь вопросы-ответы. Ознакомитесь уже сами. Как бы здесь ничего такого нет сложного. Так, возвращаюсь. Здесь у нас будет отображаться партнеры, рефералы. Вот. Далее здесь баннеры. Если надо, далее идет чат. Можно общаться, как бы, да? Вот.
Здесь вот, смотрите, на иностранном пишут, и на русском. Далее, что? Сообщение. И в настройках. В настройках нужно указать платежные системы. Bitcoin, Kiwi Perfect, Payeer и Advanced Cash. Далее, вот при регистрации вводим пин-код. Сюда вводите пин-код и нажимаете «Сохранить реквизиты». Ну, здесь «Сменить пароль». Вот такой вот проект. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!